Всем доброе утро. Сегодня у нас 9 апреля, по 8 утра. Видите, погодка какая у нас хмурая. Да, дождь идет, мелкий-мелкий дождь моросит. Ну и я с утра пораньше на тренировочку. Фитнес-клуб World Body в Подольске. Всем доброе утро. Меня зовут Чугуевский Владимир Владимирович, я ветеринарный врач, ординатор, который занимается похудением. Кстати, вот здесь могла быть ваша реклама. Да. Сейчас у меня будет контрольное взвешивание перед тренировкой. Сегодня у нас 9 апреля, за окном дождь, но вы уже видели в начале фильма. И так что продолжаем дальше с вами тренироваться и худеть. Учился вес все-таки с камерой, потом перевесим, и большая разница. 79,95. Сейчас попробую перевесить без камеры. Сейчас обнулится. Сами обнулили. Камера вот получился 79-75. Не забываем, что я в кроссовках. Они тоже имеют вес. Ну ладно. От этого веса и будем работать. Так, я сделал пресс и напоминаю всем, кто занимается фитнесом, ну или просто спортом, в спортивном зале, не забывайте про фитнес-гигиену. Протирайте места, с которыми контактировали ваши, скажем так, потные части тела, руки и так далее. Это очень полезно. И профилактика против разных болезней. А у меня сейчас будет кардио-фитнес танцы с гантелями на 2,5 килограмма. Да, я вот сейчас еще не могу отдышаться, сейчас пресс сделал. Спин-пресс. И сейчас танцы с гантелями. Как бы буду минут 20-25 танцевать под музыку. Так что всем рекомендую, всех приглашаю. Спонсоры, ваша реклама могла бы быть здесь. Так что не теряйте спонсоры, подписывайтесь на мой канал. Вот, 2,5 килограмма, 2 гантельки. И выполняйте движения, которые вы умеете использовать в танце. Просто у вас будет дополнительный утяжелитель. И хорошо работает все тело. Главное делать разнообразные движения. Чем разнообразнее, тем интереснее. Но если следите за состоянием, не надо себя рвать, количество раз. Thank you.
Ну и вот так вот танцуете минут 10-15. Контрольное взвешивание после тренировки. Так, камеру убираю в сторону. Так, вес в конце тренировки составил 79,30. У меня, конечно, мокрая куртка, кроссовки не забываем. Так что худейте со мной, худейте лучше меня, худейте против меня. Подписывайтесь на канал.